О новых проектах и достигнутых результатах говорили сегодня на итоговой конференции Общественной организации предпринимателей «Опора России» по Ульяновской области. Лидеры бизнес-сообщества поделились историями успеха и заслугами региона. Мы отдаем себе отчет руководству Ульяновской области о том, что это самая крупная общественная организация, самая активная общественная организация. Спасибо, что вы поднимаете проблемы, волнующие бизнес, укрепляете солидарность внутри предпринимательского сообщества, разрабатываете механизмы поддержки субъектов малого предпринимательства, ставите перед собой амбициозные задачи, вырасти в национальные лидеры. В структуре отделения создано 19 профильных комитетов по различным направлениям. Однако на достигнутом члены опоры останавливаться не собираются. Свои инициативы и идеи они продолжают продвигать на федеральном уровне, улучшая условия ведения бизнеса, снижать инициативные барьеры. Опора России – это не просто такое название, а это действительно суть того движения, той общественной организации, которая создана в Российской Федерации, и на которой, я считаю, в большой степени возлагается надежда на будущее нашей страны. Новый уникальный проект «10 губернаторов опоры» уже был предложен предпринимателями региона. Суть проекта в том, что 10 глав субъектов федерации поддерживают инициативу предпринимательского сообщества какого-либо региона. Опора рассматривает инициативу, собирает мнение губернаторов, а после выходит с поддержкой идеи на федеральный уровень. Данный проект предусматривает создание технологий продвижения законодательных инициатив бизнес-сообщества с учетом практики регионального правоприменения. Вовлечение бизнес-сообщества в решение социально-экономических вопросов обеспечивает политическую стабильность и экономическое развитие региона. Главная задача на сегодня – перейти к устойчивой положительной динамике, экономическому росту и росту технологического предпринимательства. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.